Оля, да я не знаю, кто прислал эту смс-ку в 2 часа ночи. Может, просто ошиблись номером? Это я Костю ошиблась. Надо было тебе шею свернуть, чтобы ты даже налево не смотрел. Да сколько раз я тебе говорил, я не изменяю тебе. Сколько раз ты мне говорил? Да сколько раз мы в эту больницу приходили, столько и говорил. Я для него все для него. Ни одного открытого перелома, ни одного смещения. Внутренности все целые. Рот открыл. 20 зубов, тебе что, мало? А он смс-ки пишет. Да не писал я! Ну принимал, какая разница? Сережа, у меня сердце не каменное. Было бы каменное, прямо бошку бы разбило тебе, это честное слово. Ну, все понятно здесь, у вас двойной перелом руки. Ой, доктор, это он об палас зацепился и упал. Свернули бы вы этот палас, убрали бы, а травмоопасный же. Он у вас каждый месяц потыкается. Ладно, вы идите в процедурную, там вам гипс сейчас наложат. Давай. Только я направление не буду выписывать, вы старое возьмите, там голень. Хорошо. Просто на руку поменяйте. Ой, иди, горе ты мое луковое. Ну давай. Иди, я сейчас догоню. Ну, наконец-таки мы с тобой одни. Мой кабардинский мачо. Женщина, я не мачо, я абхаз. Представляешь, скотина, месяц мне не давал повода, а? Пришлось саму смс-ку написать, так, а? Женщина, отстаньте от меня, вы опять за старое, да? Вы, между прочим, у вашего мужа уже ни одной целой кости не осталось, а? Он как еще на вас заявление не написал? А ты мне сегодня приснился, мой адыгейский сырок. Перестаньте немедленно, остановитесь уже. Я же над. Что? Я же над, говорю. Так, подожди, ну что ты ломаешься, как кости моего мужа, ну? Тебе самому не надоело, а? Что? Дома быть примерным семьянином. А на работе неутомимым любовником? Каким любовником? Между нами никогда ничего не было, женщина! Остановитесь, вы ненормальны, вам я уже два года мечтаю, как ты увезешь меня на своей баклажановой семерке в Ереван! Какая семерка? Остановитесь, женщина, у меня минивэн. Потом я абхаз, какой Ереван? Ну что? Что теперь, абхазов в Ереван не пускают, что ли?